Наверняка каждый задавался вопросом при поездке в автобусе или автомобиле, зачем на всех автомобильных стеклах эти черные точки? Оказывается, они играют очень важную роль. Называются эти узоры по краю стекла фриты. Они представляют собой керамическую краску, нанесенную на стекло и запеченную в камере. В результате получается шероховатый керамический слой, который не смывается, и выполняет сразу несколько функций. Во-первых, предохраняет герметик, который удерживает стекло на месте от ультрафиолетовых лучей. Полиуретановый клей, который предотвращает попадание воды в салон и вообще удерживает стекло на месте, боится солнечных лучей и при длительном их воздействии теряет свои свойства. Во-вторых, фриты имеют более шероховатую поверхность для того, чтобы клей-герметик лучше держался на стекле. Они закрывают от нашего взгляда слой герметика, который был бы виден снаружи со всех сторон после вклейки стекла. Черная полоса по периметру плавно переходит в точки, которые постепенно уменьшаются. Такая схема обеспечивает более приятный для глаз переход от черных полос к прозрачному стеклу. А еще фриты наносятся на ветровое стекло в районе зеркала заднего вида, чтобы водителя не ослепляло солнце.